Друзья, всем привет! Музей Виктории. Здесь у многих проходит фотосессия. У многих. Что я сказал? Музей Виктории? Нет, площадь Виктории. Площадь Виктории. Самая известная площадь в Тимишоаре. Она, в принципе, и самая большая. Здание. Каждое здание — это просто шедевр. Вот слева сейчас показываю вам единственный сохранившийся замок здесь. Единственный сохранившийся замок. А вот это вот сама площадь, вот в ту сторону ходит там фонтан. Вот здесь вот улица Зонтиков. Улица Зонтиков. Ну и на этой улице я тут снялся вот на этих велосипедах чудесных. Смотрите, какая кругом красота. Какая кругом красота. Здесь реально очень красиво. Вот везде он советовал в каждой стране приехать, но сюда нужно приехать обязательно. Просто обязательно.